Кошара. Две кошары. И одна кошка. Пеппа. Три кошары на самом деле очень добрые и отзывчивые животные. К примеру, в этот раз, после очередной гулянки, три кошары решили сходить погулять. Ну что, пацаны, гулять идем? А то от вас прет за километр. Мы всегда готовы. Сейчас только 5 минут полежим. Но я же вам говорила, не трогайте мяту. Целый ящик выжрали. Черти, блин, от твоей вони даже у коржа кукуха поехала. Посмотри на него. Да все, все, встаем. Погнали. Ну ты че, свинка? Че орем? Да я застрял тут слегка. Увидел морковь, слюна потекла. Да я и прыгнула. 2 дня уже тут торчу. Сейчас поможем, неси. Корж, тащи бревна. Сейчас пихнем ее. Так, ну все, напрягись там. Сейчас мы их столкнем.